Так, ну что, мы уже шагаем домой, уже там 300 километров осталось, заехали на заправочку, а на платной дороге вот такая ситуация, представляете, на заправке, заправок тут мало, и вот, представляете, вот это вот все, вот оттуда, это пробка. Но есть нюанс, когда у тебя дизельная машина, ты можешь заехать на грузовую парковку, не за парковку, господи, а заправку, и заправиться. Давайте, мужики. Бензиновые, бензиноголовые, удачки. Минут 40 всего постоите и там продвинетесь на пару машин. Ну что, бензиноголовые, а? А у нас еще и напор там, да? Мужицкий. Из вот этого вот. Да будет, конечно, все, пошла. Да не пошла. Ну, блядь, нажми какую-нибудь кнопку. Просто любую. Вот здесь вот могу нажать. А сейчас мимо проезжает кто-нибудь. Слушайте, я правда не понимаю, как это работает, вот. Дизельные колонки пустые и бензиновые, на которых просто чудовищная очередь от въезда, которая начинается вот там. Не знаю, здесь половина машин дизельных стоит. Почему не стоят? Почему они не сделают, как мы, просто едут на... А Степа с ключами ушел пиздить. Ну давайте с вами потрещим.